Вот. Искать пока еще не знаю, потому что я тебе сейчас это мажу, потом скажу. Нет, шучу. Это у меня шутки такие. Нет, я очень рад вас видеть. Я еще пока тоже не соображу. То есть я с Коляном шли по улице, я говорю, что вроде приехал назад туда, вроде где. Мы с тобой еще в Волгограде вчера встретились. Днем на поле. Еще не мое. Это было, да, очень длительное путешествие. Благодаря, как бы, последним событиям я не мог прилететь в Россию, потому что никто из нормальных не летает сюда. Не ходят сюда поезда. Пришлось лететь в Грузию. Потом из Грузии там на такси, далее на ишаках, через границу на летучих мышах, и там уже через 4 этих маршрутки, поезд, и теперь я здесь. Я очень рад вас видеть. Не знаю многих, вот, но я надеюсь, что мы будем плодотворно сотрудничать в течение следующих 4 месяцев, пока я не свалился. То есть я любитель организовывать спортивные события. В прошлом году принял участие в переплытии Волги, как бы во имя марки Польши. Вот. Пришел в 45-м, надеюсь, в этом году прийти где-то в 30-ке, ну, посмотрим. Ну что, давайте поаплодируем.